Представляем вашему вниманию программу передач на 31 августа, когда все прогрессивное человечество отмечает День унылого бревна. Этот праздник принято встречать лежа на диване, скорбя о том, что кончается лето, и жалея себя. Если вам хватит сил включить дважды два, то с самого утра вы можете тюленить в компании японских хикканов, лилипутов и прочих тотара. Но рекомендуем чуть приоткрыть глаза на премьеру «Мирай из будущего». Затем вас постепенно накроет унылым марафоном хитов, медленным калейдоскопом анимационной энтропии и мизантропии. Осиновым колом праздника станут самые безвольные и страдающие хедлайнеры дважды два. Реальные упыри. Но это уже совсем ночью. Так что желаем вам сил и бодрости в этот одеревенительный гранд-финал лета. День унылого бревна. Праздник, который мы заслужили.